Невласка. Ну, давно не был. Давно не был в Керри. Можешь смотреть на второй фазе, когда появляется первая глыба, ты его не меняешь. Когда появляется вторая глыба, ты его не меняешь. Как скажет, поменяет. Хорошо, ладно. Но он тебе ничего не скажет, он не урка. Ты его будешь потом менять каждую глыбу. Понял? Глыба появляется, он с тебя, допустим, забирает. Ты с ним не время меняй, не надо что там читать, нету на тебе стаков, иди меняй. Все, в чем там вопрос? Можно, да, и так. Давай симкаски. Бля, мне кажется, надо будет, чтобы кто-то за танка потом зашел. Мне кажется, он не вытанчит. Хотя... Вторую. Там за первую и вторую будет 4 хила с магией, и танк не выстоит. Три глыбы. После первой сбросил стаки, пошел, поменял, все, никаких проблем. Так, давайте еще один чек. Ауру коня, поставьте просто ауру, темная магия тут тоже не нужна. Ваня, ты готов? Синеглазка готов? Бери это, Ваня. Что, все готовы? Давайте спускайтесь вниз. Переобнуться надо, что-то лагает. Бля, уже поздно. Подожди, не запускайте. Уже поздно. Блядь, это обидно. А это кто лагает сейчас, хоть ник назови? Протопал. Блять. Как релогайся сейчас? Ну давай даже сейчас, да. Милики могу не стакать. Сейчас скоро перетяжка будет весь секунду. Беги, малышка, беги! Побежали. Бля, шаман, не уходи. Бля, да почему я? Шаман, ты станешь сам? А, конспирит поднимешь его. Лара. И конспирит заливай ману, шазарат. Метки вниз, поносите кто-нибудь. Конскрип поднимешь потом экстриона. Глыба подбивайся до 150 тысяч. Справа, по центру. Слева далеко. Большую волну, пока стойте шамана. Справа на ступеньках. Разбивать. Тебе. Конспири ты поднимешь экстриона. Поднял, Мизантроп поднимай. Каску. На яду поднимай. Тупешку на яду поднимай. Так, на одном хила освобожден, нормально. Каску кулак ваку. Синеглазка, дай каску ваку, пока ты стоишь. Тяжко прибежать. Меня как-то притягивает, а я в ней зависаю. Именно не комп, а персонаж почему-то не бежит. Бывает, так, у меня тоже, кстати. Так, ну а... Нормально, хили. А... Этот, мизантроп, залей ману Шазера, он без маны. Мог 7 стаков. Я все вижу. Давайте спускаемся вниз. Гим на ману кто-то дно. Вон. Метки не спускайтесь. Трава далеко падает. Подбивайте глыбы. Трава далеко падает. Крайнюю левую подбейте вверх. Слева близко падает очень. Кто не бейте там ее. За рейд перечиться тоже не бейте. Молодец, пол один.
все разбивать эти глыбы. Бэра больше нет. Или 4 хила. Так, на 3 хила созвёнка, аккуратнее, там не стакайте вообще. Великий тоже самое, не стакайте, первую метку под босса несите. Под босса неси, муч. Великий отошли, великий отошли. Разбивайте, следующий тоже под босса будет притяжка. Следующий обязательно под босса. Так, Сириона под босса. Опять на 3 хила освобожденка, сейчас притяжка будет. И разбивайте не бей, ее. Не бейте, не бейте. Бейте ее, нахуя вы ее бьете? Нахуй столько ход. Следующий под босс обязательно. Списана под босса. За стаками своими следите. Следующий тоже под босс обязательно. Меняй его, меняй, паладин, что ты стоишь возле него. Бери это под босса. Паладина 7 стаков. Куда вы паладина танчить отправили? Стаки. Да. Ну у них в обеих стаки. Оба, точнее. Не скинул стаки. Не скинул. Мне еще раз дайте капли. Гильдаль. О, один отпал. Дай Войду каплю. Пить Войда. Так, я сейчас походу отвалюсь. Подожди меня, иди меня. Ааа, ну зачем? Спадать. Сука, ну нахрена, блин, у вас два танка, ну один скинет, пойдет, поменяет. Зачем? Вот просто боза, блядь, ты мой кумир. Ты бой хотел скилл показать или что? Ну, блядь, зачем? Был бы ты один, еще ладно. Он скинул стаки, бежал тебя менять. Пусть он танчит, сдохнет, ты пойди поиски. Он в РК сказал, вы что, не слышали? И да что? Я видел его, он скинул стаки только что и шел тебя менять вот в этот момент, да, когда, блядь, ты повернул. Даже если не скинул. Пусть он забирает, прожимает незыблемость, ты иди скидывай. Вот, ты просто мой кумир. Дайте ему ГП вообще. Это самый лучший вариант вайпнуть рейд и сказать им пошли на. Ну да, типа, и дать ГП ему. Сейчас на секунду отойду. Ребят, я два раза умер на притяжке. Ну, в смысле, один раз умер, один раз глыбу разбили. Идите нахуй, короче. Потом шаман. Так. Ты ж упала притяжки. Да, а за что войду 100? Он вайпнул рейд, им дали по 100, ему, ну, ему сотка за то, что он, ну, прямого вайпа привел. Да, есть. Его, блядь. Ты что еще, наверное, у меня циндры не спрятался. Так, какому присту напомни, пожалуйста. Моя. Так. Все. А, мизантроп, спекнись, пожалуйста, тоже в тело. Тяжко было сейчас хилить очень.
команду вспомню. Так, давай чек на готовность. Ваня, интоксикация, так, все готово, спускайтесь вниз. Каску дайте, каску дай на себя, паладин. Я спускайтесь вниз, свой тоже запустил. И хилим сейчас. Чуть-чуть меня потянет вдох. Велико много не так и пожалуйста. Сейчас скоро перетяжка будет, одна секунда. Беги, малышка, и побежали. Так, на двух телах соблюдемка нормально. Давайте бежим наверх. Никто не уцелеет. Метки вниз. Проход и метки, пожалуйста. Друг, пока ты не заморозился. Охуенно слева встали. А, слева близко очень. Подбивайте глыбу. Справа ближе к центру падает. Справа. Близко. Крайнюю правую подбейте внизу. Правую очень близко возле лестницы. Разбивайте глыбы. Глыбы разбивайте сейчас. Не бьем босса, разбиваем глыбы. Гим на хп ему что дай? Гим на хп ему что дай? Туда в глыбе не вдох. Так, на 4 хелокса освобождён, аккуратнее будьте. Стоп, чуть не сдох. Сейчас какая притяжка будет. 2 секунды. А, ясно, не бегал на ебо. Бля. Позарак у нас уже не встанет, да? Бля, у вас БР не откадешились? Без антроп, конспирит. То что? Тогда поднимай его. Поднимай. И зальешь ему сразу ману. Трепещите, смертные! Здесь ваше вторжение не окончится! Давайте метки с вагонком. Да не спускайтесь. А, братопал, заберешь босса. Хорошо? Я когда разобью Войда вовремя. Хорошо, тогда. Трава далеко падает, убивайте метки. Не трогайте склеп, самый левый, дальний, вообще не трогайте. Не бейте его, разобьет, сказал. Трава далеко падает. По центру падает. Крайний лево, крайний право подбейте. Так, и последняя стрела на лестнице падает, давайте. Прячемся. Разбивайте метки, разбивайте. Молодец, успел. Да, еру. Так, на двух хилах освобождёнка. Нормально. Давайте неси под босс. Мелики, это что?
Блять, разбивать. Кто там стоял? Ну я не знаю, кто там. Разбивать следующую. И следующий подбосс обязательно. Списала на подбосса, милики отошли. Милики уже убежали. Ее сейчас не разбиваем. Следующий подбосс. Разбивайте подбосса, несите. Милики отошли. Это не разбивайте, дайте стаки и скинь. Ты должен успеть скинуть. Да ты в любом случае успеваешь. Подбосса несите. Следующего влево выносите, влево. Так, на мне, я выношу влево. Милики, разбейте меня. Следующую под... Давайте влево. А хотя нет, подбосс. Перетяжка будет. Подбосс выносите. Перетяжка будет. 5 хули пол вдох. Так, скидываем стаки. Есть чешки, прожимайте сейчас. Гимна хп дай. Мы лучше гимна хп, я сейчас несу подбосс и разбивайте. Меня когда? Тогда хилика давай ты. То есть следующую в сторону выносит, мы бьем босса. И позергаем его. Следующую влево выноси, влево. То и добивайте этот босс. Молодцы. Большой молодец, это бери это. Так. Воин, охотник, шаман. Я до второй трай хлопал по рейду, короче. Мужик гбдывать не вызнает, муж убил его. Больше никому не надо, ладно, я ему. Если так, память Мальгоса надо кому на мейн? Гемипатите надо? Нет, есть. Налогов надо кому? Никому не надо палец? Так. Я даже освобожденка не этот, не бью. Сейчас, может, не надо, я гляну свой реагирование на холле. Завоевать их надо кому? Кому тебе? Так, отдаю паладину. А, паладин, у тебя места нет, холипал. Удали что-нибудь там у себя. Так, это токи надо кому? Никому не надо. Ваня, ты здесь? Протопала, может, тактика в дере. Наверное, Холи Палу тоже. На стене глазка вроде был с нами здесь с хрем. Ты же был, по-моему, да? Это ты вроде и диспелил, танчил. Ну ты помнишь, как ходить? Все то же самое, как в десятке, только... Ты его тогда повел. Сейчас тебе покажу. Где-то сейчас. Тут, я надеюсь. Только ты его веди не влево, как ты тогда его первый раз повел. Вот, ну, ведешь как обычно, как в десятке ты вел. И веди его только в эту сторону, вот сюда. И там будешь его танчить. Он тактику помнит, он танчил. Я скажу, когда капли. Ваня, ты тут? Тебя Антерас сейчас скажет, он сейчас будет террорить. Ваня, Ринг, ТРК. Ваня. Тебе слышно? Да.
Кто там на. Кот у нас? У нас нет кота. Я могу, если хочешь, зайти на паладина. Не надо. Бей через... А, ты этот. Ладно, ничего страшного. Паладины по станам. Первая волна Фромер Печенька. Алидель, первая волна Ромбик. Синеглазка. Каждая волна трусы будешь станете. Первая, вторая, третья. Давай я тоже постаню. А ты кто? Ну, в смысле, кем ты? Ну, злобот. Рога. Так я думал, ты на второй волне будешь печеньку станить. Ну, стань да, печеньку и Ромбик на второй волне. Я каждую волну могу станить, Ваня. Ну так, на первой волне паладина есть три штуки. На второй волне будешь станить печеньку. Синеглазка трусы, а Ромбик будем пусть так заливать. Лучше, Ваня, да, чем Холли Пау. Холли Пау вообще пиздец. Ну на да, на Холли Пау здесь... Ну, то есть смотри, синеглазка-то станет одну, я другую. У нас остается два паладина. То есть как раз один одну волну, другой вторую волну. Я не знаю, что ты придумываешь. В смысле, ну как каждую волну мы станем паладиной, а вторая волна станется, там кто там, друиды, коты и все такие станут. Братан, Ваня. Что? Ваня. Ты сильно за что-то заморочился. Рога, кот всегда станет одну вальку, каждую волну. Котопал, если вкачанный, тоже. Мы давно уже не станем, ну, не распределяем, то есть рога одну волну, кот другую волну. Рога, кот каждую волну станет. Зачем заморачиваться какой-то из волн им станет? Ладно, стань каждую волну печеньку. Синеглазка каждые трусы, а Ромбик и Алитель. Ромбик стань, короче. Но он же не может каждую волну. Ну будем, значит, через одну Ромбик станет. Да, блять, второй паладин у нас есть. Блять, я не понимаю, что вы от меня хотите? Первая волна, Ромбик, печенька, Ромбик, трусы, три паладина. Вторая волна... Рога станет, протопал, а третий нету стана. Будем, значит, через Ромбик играть. Так, Вань, зачем ты, сука, велосипед, блядь, выдумываешь? Блядь, я вас не понимаю, честно, блядь. Блядь, я не знаю, каждый раз такие станы распределяю. Чего вам не устраивает? Каждый раз я так станы распределяю. Не ругайтесь. Сука, кто войду, блядь, объяснять? Блядь, играйте сами, короче. Съебали. Что такое, блядь, происходит сегодня, блядь? Блядь, давайте я вас не понимаю. Ваня пайрелит. Ладно. Короче, я как понял, сегодня воскресенье у всех не стоит. А, Джейми, давай ты пайрелишь туда. Вы, Ваня, блядь, я ТПСик собрался, я не умею рейлить. Хорошо, тогда злой бот, вот. Давай ты. Распредели по стану. Станы хотя бы распредели, как ты. Я кружочек каждую волну. Протопал трусы каждую волну. Алитель. Полетель. Первая, третья, пятая волна. Ромбик. Правильно, ромбик. Фромер. Вторая, четвертая, шестая волна. Ромбик. Все. Каждая валька будет застанена. Абсолютно каждая. Ну все, Ваня, видишь, он объяснил, что станет. Можешь играть. Это ж, блядь, ну элементарно. Ну я не знаю, ну просто смотришь. Блять, других вариантов не может прийти в голову. Я не знаю, что вы придумываете. Я думаю, вы встречаетесь, Варенька, вы что-то ссоритесь. Слушайте, Фромер, Алитель и Синеглазка, ни в коем случае не жмем гнев небес сначала. Станем валяк точечно молотом правосудия. Вы плюсаните втроем, что вы не купили. А то вы все три паладина новые какие-то, я вам не доверяю ничего. Ваня, можешь радиться. Уже Ваня, прости нас грешных, ПРЛ, пожалуйста. Интоксикация. Пусть войт он РЛ. Интоксикация. Заметьте, была каска, там по 15 минут осталось. Синеглазка, раздай баф. Ну, ты здесь вообще? Кажется, Ваня прожал Alt F4. Бля, не дай бог. Не, Ваня тут. Все, он здесь, мочит и здесь. Писвана, куда ты пошел? Да, а, ее лагается. Давай, заходи. Так, все тут? Прям. Скорее только. Бегами пати, ты, кстати, где спалишь? Давай, Релли. Ваня, Ванька, давай, не стесняйся.
Мне кажется, это даже аути справится. Я сказал, что перебегали там, блин, я не знаю. Парень не согласен релить. Чё ты взял? Он же не сказал мне. Сейчас мы минуту, полминуты помолчим. А, ну да, ну давай, Вольт, ты так. У тебя есть ассист, Вольт. Рыло, я тебе не дам, а то опять тебя распустишь на врыг. Отойдите от плеча, 10 секунд до пула, отойдите все от босса. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в РНД подбежали. Встаньте, пожалуйста, звезду. Еще дальше, еще дальше. Гимн на ману отдал, ставьте тотем. Забирайте. Там, да, из спасят.
часа. Вам зомбики. Осквернение 2 секунды. Всем пока. Залейте. Пёрышко, пёрышко, пёрышко жми, блядь. Да, ну и толку, блядь. Инеры шаманом, срочно. Берут. Другим, ну мало. Дальше отойди, чтобы он не дышал на нас. Два шага назад попал. О, все, стой, стой. Ты на себя метку? Так, дай пол. Дайте гимн на хп кто-нибудь, блядь. Да все нормально, не надо. Захилят все отлично. СС на БДК повесить. Да, он чуть не отписывался. А муч можешь сказать потом гимн на ману после выхода?
Я КД. Тогда спецпан пускай поет. На переход кидал. Держи. Конскрик, поднимай хили. Протопал босса. Не таунти, не таунти. Баф и БДК. Лапу весь, все вижу. Сильно ловишь много духов. Ни зеленки, ни клыка, жнец и духи летят. Гим на хп дайте, блядь, и срейд просядет. Вы духа будете? Нет, пиздец вообще. Наверное, гим на хп. Да. Захильте сейчас, помогайте хилить все на КД. Есть у кого-то гимн на ХП? Нет, я пошла, но... А у кого-то хотя бы есть? Я минута КД. Полинола и хилю. Я помогаю хилить. Мучик, спой гимн на ХП. Гимн на ХП у меня КД уже. Савна, пой гимн. На коне. Я похлопаю. Кого убили? Леща. Да давайте падаем. Та, что 16 у нас собиралась? Да. 5 часов? Шу. Ебать. Не, а мы ж... Анбах был. Это анбах был, отвечаю. Пиши пока, да, убьем профа. Так мы уже убили, я ж его собрал. Ух ты, да. Че, сейчас пойдем в РСП или в ВК надо бы собирать? Что, убили, нет? Да. Ну там мне на мага не надо числить, короче. Да, хорошо. Шли РС, берем четвертую. Ну давай, сейчас это перепишу.
это. А чё это, с 16.00 сидели до полдесятого? Не, и превращать воинов в плети. Да больше, да, в два, наверное, было. Этот мир в пучину хаоса, а сирот пойдет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе. Это ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Да ну что, три хила получается? Ну да, на схоле пал отвалился. А чё? Кстати, Тартас, твоя ненависть не заберёт больше ни одной жизни! Они же все с профа. Там единственное, что последнюю волну валик, ну, можно было разбить. Ты говорил бить лича, но там очень многие били. Да, там Каноба валька сбросил, у неё 65% было. А что ты, кстати, в шестую пати кинул? Чё вы рост не даёте? Так тут все получают 1300 ИП. Ты ж начислял тогда ИП с профа потом. Да профа 1200 дали? Да. Не до хера. Какой ник у моего пристава? Кто знает, который арт был? Петрушевич. Так, давайте прилив. Надо кому? Ну, арт оф лов вроде. Или это лог был? Не, это лог. Наверное. Кто там из вас выше? Пристав случайно не просто арт. Так остался, значит. Так. Все, я друидом зашел на ИП, я пошел, пока все. Интоксикация выше всех, это тебе лог. Не зря я с нами пошел. Так. На. Кинжал надо кому-то? Хорошо, если потом дам. Токен, героический рог, ДК, маг, друид. Кому? Так, ЛД, да, Вольга. Ты рик, кто там заходишь? Отдаю конспирида. Ну и давайте коня парола дадим. Так, ну я. В портал приходи. Лица тебе. Так, этот обычный токен надо кому? Это токи надо кому? Так, на ИП, я думаю, все зашли сейчас на чистый ИП и дам ГП тем, кто там сразил шмотки.
Сейчас я тебе дам осколок. Две. Да. Так. Один. Так. Класс, не забудьте знать, Синдрагос. Да, я думаю, они его не забудут. Так. Олег тут? Да. Иди сюда. Чем зайти? Хулипал. КД. Хорошо. Есть, сейчас.